В больнице Заводоуковска обновили оборудование. Медтехнику приобрели по программе нацпроекта здравоохранения. Аппарат отечественного производства установили в стационаре хирургического отделения. Использовать технику врачи будут для малых инвазивных операций. В эндоскопии очень часто он может использоваться. Это удаление полипов, например. Это небольшие новообразования. Чаще всего на этом оборудовании, конечно, работают врачи-эндоскописты. Плюс его самое главное в том, что это оборудование имеет больше функционала, чем предыдущее оборудование. Такой же аппарат поступил и в филиал Заводоуковской больницы в селе Упорово. Использовать его будут также в хирургическом отделении.